Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Астрора. Друзья, сегодня у нас с вами гороскоп на лето 2020 года. И мы поговорим о тех знаках зодиака, для которых лето станет временем крупного везения и неожиданного успеха. Знаете, лето для некоторых зодиакальных созвездий приготовило много сюрпризов и подарков. Фортуна позволяет многое изменить в их жизни. И вы знаете, некоторым знакам зодиака нужно не упустить свой счастливый шанс и воспользоваться подарками судьбы в летом 2020 года. И, друзья, первый знак зодиака, у которого будет крупное везение и неожиданный успех, это знак зодиака Телец. Летом представители данного знака зодиака почувствуют себя счастливчиками. Им будет вести во всем. Начало июня станет для тельцов белой полосой, открывающей двери навстречу счастью и успеху. Им остается только ставить реальные цели и двигаться в правильном направлении. Больше всего это время подходит активным представителям гороскопа. Тельцам нужно освободиться от страхов и сомнений. Вскоре они заметят, что трудности и препятствия покидают их жизненный путь. Людям данного знака зодиака можно будет гордиться собой, ведь за короткое время они смогли прилично обогатиться и достичь высокой должности. Вот в семье тельцы избавятся от конфликтов и разногласий. Друзья, следующий знак зодиака, у которого летом будет много везения и неожиданного успеха, это знак зодиака Рак. И представителям данного знака зодиака летом стоит оставаться внимательными. Ракам нужно не упустить счастливого шанса, который им приготовила Вселенная. Судьба находится на стороне людей знака этого зодиака, поэтому высока возможность продвинуться во всех сферах жизни. Ракам нужно проявить мудрость, когда они станут принимать решения и расставлять приоритеты. Им следует довериться своей интуиции, а не мнению окружающих. Летом людям данного знака зодиака удастся продвинуться по карьерной лестнице и занять должность даже с высокой зарплатой. Для них откроются новые источники доходов. Раки быстро наверстают все упущенное за время вынужденной самоизоляции. Действовать им нужно вдумчиво, а не спонтанно. Следующий, друзья, знак зодиака, и это знак зодиака Козерог. И для представителей данного знака зодиака лето станет временем удачным и продуктивным. Козероги смогут достичь многое из того, о чем мечтали. Им жизненно необходим рост карьеры и материальное благополучие. Людям данного знака зодиака можно рассчитывать на исполнение этих желаний. Лето станет максимально комфортным временем. Козероги привыкли много работать, и чтобы у них не случился эмоциональный срыв, стоит больше отдыхать и двигаться к своей цели плавно. Удача поселится в доме козерогов, когда они проявят инициативу. Людям данного знака зодиака стоит избавиться от негативных личностей в своем окружении. Привлечение к ним позитивных людей сделает козерогов счастливыми и успешными. Друзья, вот такие вот знаки зодиака, у которых летом будет время для крупного везения и неожиданного успеха. Еще раз, это Телец, Рак и Козерог. Ну а с вами, как всегда, друзья, был канал Астрора. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео на канале. У нас каждый день выходят всевозможные интересные различные гороскопы. Мы вам всем желаем мира, любви, гармонии. Будьте в прекрасном расположении духа. Ну а мы с вами прощаемся и услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!